кажется, слово. Сейчас будет Чимон, скажи свое честное мнение. Сейчас, ну тогда... Ну, да, просто ты не помещаешься. Ну что ж это, а что мы без музыки? Надо было еще музычку. Ну чисто тигра. Покрасилась и подстриглась. Сейчас фотосессия такая совсем. А я видео снимаю, кстати. Я могу шарфик одеть красный. Чтобы никто не узнал. Давай. Или в чем профит? Да. Носки неправильные. Вы поняли, ты да? Сейчас я вот такую носки. Фотографию к чекинам взяла. Вы же понимаете, подождите. Носки сними. Или... А Вичи тихо сам и снимает видео. Я смотри, вот еще аксессуар. Нет, лифчик ему не надо, нет. Нет. А почему? Мой. Да, мой размер. Ширинку застегните, вот. Да, да, да. А мы есть гетры, если что, да, там, да, я да, не да. знаю. Кот, кот тоже охуел, я думаю. Мне Велики? Кажется, не налез, а то у меня 42-й размер ноги. Налез. Так это у него носочки. Так что не тренди. Это не мои носочки. Кот на тебя смотрит, так посмотрел. Укорил. А, кот, а давай еще раз набить. Кот охуел. А что кот сделал? Кот подтягивался. Ничего, он так глянул на протас. Он еще сделает так много-много-много раз. Знаю, есть ремень. Господи. Не, ремень. Ремень ко всем. Ну вы тут меня не разводите, я уже... Гейство. Да. Да ладно, я гейство, ну что вы. В самом деле. Я все упустила вообще. Что все? Все 33 волшебных табы. Да, вот это хорошо. Только поправь, пожалуйста, нас очень не видно. Ты улетаешь в кадр. Да, слишком большой. Отойди подальше. Очки мне еще, да, эти хипстерские. Ты Рейбан. У меня нет. А, о, стоп, извините, какую я глупость сказала только что. Может, у меня есть очки все-таки. Монокль. Есть бубенчик кошачий. Подожди, стой, разобрелся такой. Вас снимать интереснее, чем протоса. Кого? Где? Девочек. Снимай протоса. Тех, кто снимает. Может быть, ему дать поняшу? Вот эту. Или еще какую-нибудь. У меня тут все. Ну все, просто спроси меня заранее. Ты зачекинилась с этой фото? Сейчас я зачекинилась. А, вот. Насчет очков. Ну, это не Ray-Ban, конечно. Ну, если... А, нет, вот есть еще солнечные. Вот это прекрасно. Да, они разноцветные к тому же. Жалко, нет таких розовых со звездами. Ну, это соли. Блять! Ну что? Подожди, все, можете вставать обратно. Ой, жива там еще. Я, конечно, я же каждый раз... Как ощущаю твою честь? Давай я тебе... Слушай, сколько ты весишь? Я 60, блядь, до хера. Больше, чем ты. Все, хватит с меня. Блин, ну последнее вообще, я пропустила все. Ну ладно, иди сюда. Набись. Иди. Не ссы в компот. В компот вообще точно не надо, я люблю компот. Осторожно. Поберегите компот, как говорит Этери. Ну что, готовы все? Да, конечно. Все, я вообще видео снимаю. Держи. Видео? Что? Все, отощали. Еще давай. Опа. Главное наполнение. Ёпарасоте. Что за поза Титаника? Кот аж офигел и трется одной. Блин. Кот просто не хочет видеть, он make me отсюда. Все. Все. Кто на ком должен жениться, как честный человек теперь? Не знаю. Я вот тоже забыла. Протас на шортах, мне кажется. Сейчас, я просто не помню уже. Сейчас, блядь. Я тут не помню, кто в каком порядке. Я даже не помню. Сегодня сражается с печеньками. Никто не хочет попробовать помешать. Лучше попробуйте на вкус. Рекомендую. Вкусно? Вот сейчас так и съедим, ага. Давайте попробовать. А что такого-то? Что, кто? Ну, а там сахарная пудра просто еще. Только все не ешь. Не буду. Ну, что? Зачет.
Дай мне тоже, я столько не ела. Сам передай другому. А как творог, на самом деле, по вкусу? Ну, подожди, это творожный сыр. Понял. Ой, у меня кусок сахарной пудры попал. Короче, всем дают, а мне это самое. Да. Я тоже хочу. Мне. Вообще, съемки, конечно, пипец. Котик, котик, ну, прекрасно. Вообще, я на них садилась, понимала, что они такие молодцы. Котик, иди сюда, я тебя похлажу. Иди сюда, блядь. Столько страсти в голосе я не слышала никогда доселе. Ты сейчас навернешься, и я тоже. Все, котик. А ты ему еще в ухо вилкой. Не, ну не вообще, я сейчас уйду. Будет мокрый кейтинг. За дикая страсть. Фразильская. Фраг упал. В ухо. Ну ты прямо в зубы в ухо. Один. Честное слово. Но если сильно проебусь, то два. Нормальный аккомпанемент, давайте. Все, все готовы, да?
чтобы на кофе. Этот пельмен готов. Все, да? Который я слезит. Включаю.